по-русски женские, я прям не знаю. Они такие кричат: Слава, уходи со сцены, отдавай микрофон Жене Литвинковичу, да? Громко, правда? Сейчас Женя будет еще громче петь. Жень, тут такое творится, не стесняйся. Где ты? Жень, тут прям уже все сейчас кустами забросают. Сейчас твои поклонницы сейчас, да, давай, заползай, давай руку подам. Оп! Як богатир, український козак. Та ти горошко. Звісно, держи. Так нормально? Здравствуйте всім. Здравствуйте, мої хороші. Привіт. 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 Вона любить Курасова більше, ніж Литвинковича. Понятно. Здравствуйте, дорогі. А что, можно снимать, да, всем? Ладно. Только снимайте так, чтобы второго подбородка не было видно. Так, хорошо. Я предлагаю сегодня, сейчас со мной поплясать от души, оттопыриться. Ну так, песенки так три. А потом разыграем обалденный самокат. Ростом с меня, наверное. Такой детский. Ну что, поехали, что ли? Жарким летом ты моя.
Yeah.
Стесняйся. Что еще раз? Ай, не стесняйся. Женя. Так. Можно на секунду агрегат? Роднусечки мои, дорогой, могу вас попросить вот буквально немножечко? Нет, Жень, вот тебя, а вас я попрошу остаться, как говорил Мюллер. Вот чуть-чуть туда, ко всем. А то вы нас сейчас своей любовью просто-таки задавите и затопчете. Жень, смотри. От интернет-магазина «Бурундук» у нас есть подарок для одного из наших детей. Вот такой вот замечательный самокат. Ты в детстве катался на самокате? Ой, я сейчас хочу, давай смотри. Так, подожди, нет, это для детей, не для тебя. Ну, знаешь, не надо косить под ребенка. Смотри, значит, интернет-магазин «Бурундук» представляет самый широкий ассортимент качественных спортивных товаров, от мелочей до таких и так далее. В общем, можно коньячный бокал сюда? Сейчас коньячный бокал, знаешь? Любишь, да? Но его... Так, держи. Жень, вытягивай фамилию победителя. Так, не наступаем на нас. Мы не сепаратисты. Не надо на нас наступать. Женя, только не махлюй. Да давай вытягивай уже. То мы будем до утра. Так, аккуратно, никто не дерется здесь. Что здесь такое происходит? Дунуть надо. Дунь, дунь, дунь. Смотри, сразу руку тянет. Дунь. Так, не умеет дуть. Все, Женя, хватит учить детей дуть. Давай, вытягивай. Кто? Ой-ой-ой. Маслич Артем. 3 года. Маслич Артем. Есть? Артем Маслич, давай сюда, на сцену. Интернет-магазин burundu.com.ua. Этот самокат... Это подарок от интернет-магазина «Бурундук». Да? Где Артем? Так, а вы кто? Вы мама? А как вы докажете? Я шучу. Мы не будем, мы, конечно, вам верим. Вот, для вашего Артема этот самокат. Вы рады? Где Артем? Артем, у тебя теперь есть самокат. Теперь ты можешь кататься не только на папе, а и на самокате. Наконец-то! Наконец-то! Держите, это вам спасение. Артем, чего ты ревешь? У тебя есть самокат теперь. Так. Призер настолько рад, что буквально рыдает на слезы радости. Он счастлив, что у него есть самокат. Теперь следующее. Деточки, немножечко опять назад, 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 потому что, как мы и обещали, Жень, как мы и обещали сегодня, все участники нашего творческого концерта, все участники фэшн-показов, которые появлялись сегодня на нашем красном импровизированном подиуме, получают...